Ну а перед началом данного видоса подпишитесь на эти два канала, а именно Семён Шоу. Маленький Семён, у которого есть собственное шоу, ведет всякое шоу, снимает игры такие как Бенди Надберан, ФНАФ и Гэнни. И да, кстати, самое интересное, Семён Шоу это мой младший брат, да. А также подпишитесь на канал моего друга Рома Геймс. Он снимает много всяких игр по разным играм. Он снимает приколюхи, всякие приколюхи. Снимает игры такие как Слезайло, Крокодильчик Свомпи и Эмоджи Хоп. И также он хочет снять Гренни, и он, наверное, обязательно его снимет. Ну а мы начинаем. Всем здоровья, с вами Вова, и мы продолжаем играть в такую игру, как Roblox на карте Bloxen Hedge School. А сегодня мы поиграем в такую игру, как... сегодня мы сделаем скин по просьбе подписчика Эрчмана. Или не Эрчмана. Я забыл, как того подписчика зовут. Но он попросил меня, чтобы я сделал скин Слендермена. Ну, я не отказался. Жди скин по игре Слендермен. Жди скин Слендер. И мы начинаем. И да, кстати... Нам надо найти в предыдущей вот этой вот рубрике «Как сделать скин». Я показывал, как сделать скин Дэдпула. Тут кто не знал, тот может посмотреть тот видос. Очень годный получился. Опа. Так, нам нужно найти вот этот вот самого Roblox скин и вылезти отсюда. Вот это, конечно, у меня эпичный Дэдпул получился, но сегодня будем делать персонажа, который намного страшнее Дэдпула, а именно Слендера. Так, нам нужно найти место для... место там, где... О, привет. Привет, Сандербайн. Ты, как всегда, тут. Надо найти место. Вот, я нашел место. Так, заходим в Верлинг и снимаем все. Все снимаем. Теперь заходим в Heads и пишем ниндзя. И мы должны найти белую маску ниндзя, потому что маска белая будет служить головой. О да, кстати, это маска ниндзяга из Лего. Кто помнит маску ниндзя из Лего? И вот эта белая маска ниндзя. И теперь заходим в Shirts, и мы должны найти такой вот костюм. Теперь и в Pencil мы тоже точно такой же должны найти. Ну, что типа этого. Так как я не люблю все искать, просто напишу Black и найду. Да, вот такое найду. Нет. Вот такое подойдет? Нет. Такое? Да, подойдет. Вот такие вот штаны подойдут. Так, в Хейле ничего не делаем. Так, теперь заходим в Body. Head заходим. И мы должны выбрать невидимую голову. Да-да, кто не знал, в Роблоксе была моя голова. И она осталась теперь только в Роблоксе на Hedge School. Faces мы ничего не сможем сделать, потому что лицо тоже будет невидимое. Как-то странно. Так, теперь берем вот этот бой... Торкс. Заходим в Colors и ищем белый цвет. Вот такой вот цвет для рук. Теперь заходим в Scaling и делаем его немного высоким, потому что Слендер был длинный. Вот. И да, кстати, если вы хотите, то вы можете написать Spider. И где-то. Такс. Вот здесь вы можете из спайдера выбрать вот такие вот
щупальца для Слендера, потому что у Слендера сзади были щупальца, но они у него были не всегда, как я помню. У Слендера иногда щупальца появлялись, когда он захотел. Ну, например, там для поимки кого-то. А дальше мы уже выбираем ему, ему анимацию всякую. Но, как я помню, Слендер стоял именно вот так. Он не бежит, вот сейчас вам говорю, он не бежит, он телепортируется, так что мы можем выбрать такую, да, вот такую вот анимацию, в которой он левитирует. Типа он нету в Роблоксе пока что телепорта. Ну, он есть, только не на скине. Он вообще не прыгает, если прыгает, то только из здания. Ну, здесь уже на свой вкус. Он не падает, он наоборот телепортируется, когда он падает. Он, как я помню из игры Slender Amanent, он поднимался как-то вот так. Типа... И он не плавает. Он плавает только в ваших кошмарах. Ладно, я не буду вас пугать. Ну, тут все достаточно легко. Теперь заходим в кастом. И здесь у меня уже есть свой Слендер. Но это не та изюминка, которая мне нужна. И блин. Блин! Блин, теперь все заново. Хорошо, заходим в Outfist. Пишем Слендер. И... Ну, здесь пишем все, что захотим. Слендермен там, например. Улучшенная версия. Неверсон. И все, можем сохранять. Что? Go to hospital. Ну, я не знаю, чувак, нам нужно в госпиталь или нет. Ну, ладно, идем в госпиталь. Так, кстати, в edit заходим и тут пишем Slender. Slenderman. Ну, здесь типа ваш ник. You did Slender? Ну да, я сделал Слендер вообще-то. Ну хорошо, теперь мы должны найти свою тачку, которую я куда-то припарковал, когда был Дэдпулом. Но мы можем просто взять вот эту вот фигню и на ней полетать. This is и запикивание. Да. Окей, бро, на этом все. Сегодня я показал, как сделать скин Слендермена по просьбе подписчика. Следующий скин от подписчика будет, будет скин взрослого персонажа из игры с Hello Neighbor по просьбе подписчика. Его вообще делать-то не буду, потому что его на изи сделать. Просто заходишь в Hair, ищешь любой причесончик, тебе заходишь фейсиш, и украсишь. Все, теперь добавляешь все, что захочешь. И вот тебе главный герой из «Привет, соседа». Ну да ладно, шучу, я сделаю его обязательно, но в следующий раз. Ну а с вами был Вова, всем adios. Точнее, всем пока.